Всем привет! В Австралии широкий спектр отраслей, в которых люди работают и зарабатывают. Во время нынешнего кризиса стоимости жизни многим может быть интересно узнать, сколько платят в других отраслях и стоит ли менять карьеру. Так вот, Австралийское статистическое бюро отслеживает, сколько в среднем платят в различных отраслях в неделю. Представляю вам топ-10 сфер деятельности с хорошим заработком. В очередной раз повторюсь, в Австралии все зарплаты обозначаются до вычета налогов. Ну что, поехали! Итак, 10-е место. Транспорт, почтовые услуги и складские работы. Эта отрасль поддерживает работу Австралии и всю ее жизнь. Будь то обеспечение полного снабжения супермаркетов или распространение онлайн-покупок в стране. Страна бы остановилась без этой важной сферы деятельности. Работники этой отрасли зарабатывают в среднем 1799 долларов в неделю. Опять же, вы должны понимать, что обычные там, служащие и топ-менеджеры будут получать разные деньги. Потому что часто у нас спрашивают, а сколько средняя зарплата по стране? Это безумно тяжело сказать, среднюю зарплату по стране. Потому что огромное количество сфер деятельности и позиций. Ну вот здесь можно приблизительно посмотреть, опять же, сколько в конкретной сфере деятельности зарабатывают люди. На 9-м месте расположилось строительство. Оно является достаточно прибыльной и высокооплачиваемой отраслью в Австралии. Средняя заработная плата в этой отрасли составляет 1802 доллара в неделю. И опять же уточню, что нужно понимать, что подметать ты будешь на стройке, либо работать прорабом, либо руководить огромнейшей большой стройкой – это совершенно разные деньги. Но в любом случае, если ты рукастый, то здесь всегда можно хорошо заработать. 8-е место. Здравоохранение и социальная помощь. Медицинские работники играют огромную роль в жизни страны. Также на данный момент в индустрии довольно-таки напряженная ситуация, поскольку сектор борется с нехваткой кадров. Средний работник в этой отрасли зарабатывает 1807 долларов в неделю. Медицина, да, медицина – это очень хорошая сфера. Австралия вкладывает очень большие деньги в то, чтобы медицина нормально работала. Все еще кризис, конечно же, нехватка работников. Они тоже говорят, что у них недостаточно платят. Но если сравнивать, опять же, с той же самой соседней Новой Зеландией, то совершенно станет понятно, что Австралия на голову выше в этом плане, и люди сюда именно переезжают из-за этого. Я имею в виду медицинские работники, потому что здесь платят намного лучше, и просто условия труда намного лучше. 7-е место. Образование и обучение. Учителя периодически бастуют по всей Австралии, борясь за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Вот буквально в прошлом месяце, в ноябре, 170 школ в Южной Австралии закрылись из-за забастовок. На один день, правда, но все равно существенно. Так вот, чего же им не хватает при средней недельной заработной плате в 1949 долларов? Выше, между прочим, чем в среднем у медиков и у строителей. Но условия труда, сами понимаете, детки – это не подарок, а тем более, если у вас их очень много в классе, это работа еще та. Позавидовать, я думаю, нельзя. На 6-м месте находится государственное управление и безопасность. Работники госуправления и безопасности зарабатывают в среднем 1964 доллара в неделю. В состав отдела государственного управления и безопасности входят подразделения, занимающиеся в основном законодательной, исполнительной и судебной деятельностью. Центрального правительства, штата или местного самоуправления, то есть все полностью органы входят туда. Также в обеспечении физической, социальной, экономической и общей безопасности и в обеспечении соблюдения правил. То есть, в принципе, полиция, да, вот эти все, охрана какая-то государственная, все госслужащие, все-все-все, вот это туда входит. На 5-м месте услуги по обеспечению электричеством, газом, водой и утилизацией отходов. Может быть легко подумать, что местный водитель мусоровоза не зарабатывает много денег. Но это не так. Люди, сделавшие карьеру в сфере коммунальных услуг, находятся на 5-м месте среди самых высокооплачиваемых отраслей. Эти работники в среднем зарабатывают 2155 долларов в неделю. Опять же, я для интереса узнал, средняя зарплата водителя мусоровоза 90-100 тысяч рублей. В год. Ну, прилично, я вам скажу, для водителя, который вывозит мусор. Финансы и страхование находятся на 4-м месте. Тут ничего удивительного, что люди, работающие с деньгами, зарабатывают большие суммы денег. Работники этой отрасли получают в среднем 2159 долларов в неделю. Итак, подошли к топ-3. На 3-м месте профессиональные, научные и технические услуги. Ученые, инженеры, юристы годами учились, а также нарабатывали опыт, чтобы овладеть навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей. Их средняя заработная плата в неделю составляет 2170 долларов.
И это я считаю правильно, потому что человек не зря тратит годы своей жизни, познает что-то, учится, тренируется, чтобы потом быть квалифицированным сотрудником, делать работу, которую другие не умеют делать, и за это, естественно, он хочет получать достойную зарплату. Второе место. Информационные технологии и телекоммуникации. Несмотря на ежегодные сокращения, сфера IT и телекоммуникации остается второй самой высокооплачиваемой отраслью в Австралии. В среднем люди здесь зарабатывают $2317. Опять же, сокращения-то идут в основном в таких позициях, которые сейчас может выполнять сам компьютер. Да, там какие-то построения сайтов, еще что-то. Но критические всякие, разработки различные, то есть обеспечение безопасности и так далее, все равно сотрудники требуются. Их выпускают в огромном количестве, но они не перестают требоваться, потому что не каждый способен качественно выполнить эту работу. Ну и номер один. Первое место. Number one. Кто в Австралии? Это горнодобывающая промышленность. Является самой высокооплачиваемой отраслью в Австралии, согласно среднему еженедельному заработку штатного работника по информации Австралийского бюро статистики. Удаленная, опасная, но прибыльная работа позволяет сотрудникам получать неплохой доход в обмен на сложную работу. Средняя зарплата в этой области составляет $2854 в неделю. Опять же, вы должны быть готовы работать где-то, не буду говорить слово, да, непонятно где, как они говорят, middle of nowhere, в пустынях и так далее, жить в каких-то городках таких непонятных, тяжелая работа даже у инженеров, но оплачивается она хорошо. Многие работают вахтовым методом, причем многие туда летают именно набраться классного опыта, поработав несколько лет, покупают недвижимость, возвращаются и здесь уже строят семью и дальнейшую свою карьеру. То есть, в принципе, как вариант, тем более для молодых, почему бы и нет. Вот такой вот топ-10 согласно статистическому бюро Австралии. То есть это не я придумал, не искал, не изучал. За меня все это сделали уже. Статистика – вещь такая интересная, не всегда точная, наверное. Хотя, кто его знает, не изучал я сильно статистику. А что вы думаете по этому поводу? Это соответствует действительности или нет? Если вы здесь живете в Австралии, расскажите, как вы думаете, в каких отраслях все-таки люди больше зарабатывают? И опять же, не забывайте про востребованность профессии. Да? То есть отрасли, в которых постоянно требуются люди. В принципе, большинство этих отраслей соответствует действительности. Там действительно зарабатывать можно и постоянно есть вакансии. Благодарю, что досмотрели до конца. Обязательно поддержите нас лайком, подпишитесь на наш канал, а я с вами прощаюсь. Всем пока!